разговору с ательерами руководство санатория «Знания» пригласило культурную общественность города. Это в большинстве своем музейные работники. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы не только горожане, но и гости курорта приходили в залы музеев. Подавляющее большинство гостей курорта приезжают к нам на отдых. Выбирается куда-то на экскурсию, выбирается в тот или другой ресторанчик, но при этом достаточно мало посещают замечательные музеи города Сочи, мало посещают выставки. И вот решению этой проблемы, поиску точек взаимодействия, конструктивного сотрудничества, и будет вот посвящена сегодняшняя дискуссия. В таком формате встреча проводится впервые. Чтобы решить проблему, лучше объединяться и договариваться, считают организаторы. В качестве основного докладчика, который исследовал зрительскую аудиторию музеев, была приглашена руководитель ряда проектов в сфере культуры и искусства Ксения Богданович. Все эти процессы, там интернет, глобализация, все то, что принято называть прогрессом. Но люди, тем не менее, продолжают ходить в музеи. Так вот, очень интересно, зачем они туда идут. Скорее всего, это какой-то новый опыт, новые переживания. Кто-то идет в музей в поисках собственной идентичности. Это ответы на вопросы, которые они могут найти только здесь. Современные музеи не должны ограничиваться только отбором и сохранностью экспонатов. Время требует, чтобы те, кто пришел к музейным работникам, ушли с выставок и обогащенными новыми знаниями и вдохновленными больше, чем, например, от увиденного в интернете. Поиск новых форматов в работе музеев, привлечение курортной аудитории и разнообразие отдыха российских курортников – все эти темы были сегодня широко рассмотрены в ходе круглого стола в просветительском центре санатория «Знания». Елена Овсецина, Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ.